hands up high, high, 'cause big room never dies. Алло, полиция. Вы поможете мне Кириллу найти Картошкина? Кирилл Картошкин? Александрович, да-да. Сама, если вы не сможете. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, мне ребенок прям... Что? Что-что? Давай, иди, собирайся искать Кирилла. Пойдем, пойдем. Ну, это ж куда? Пойдем, уже 10 часов ночи. И что? Я не могу прожить без Кирилла, моего сына. Идем. Кость, ты за старшего. Да, Костя. Следи, чтобы бандиты не пришли. А то... Понял? Понял. Ах, сегодня мой день. Завтра как раз суббота. Чем бы заняться? Есть идейка. Так где Вова, а? Полчаса прошло. Так я тут давно стою. Господи. А как ты сюда попал? Костя, ты что, забыл? У вас же там лестница на первый этаж есть. Я и забрался по ней. А, ну понятно. Ладно, короче, говори. Зачем звал? Ты сейчас узнаешь. Только надо 500 человек сюда прислать. Сегодня мы увеселимся до утра. Чтобы все соседи. Ну, Пань, ты понял. А с вами можно? Костя, ты же говорил, что Кирилл у вас пропал. Да это какой-то двойник. Не знаю. Наш настоящий Кирилл исчез, а этого кого-то заменили. А ты кто? Ну, кто-кто? Собот, Кирилл. Ты, Витя. Ну, все. Меня родители убьют, то, что у нас робот поселился. Так а что делать-то? Ничего. О, двойник, привет. Привет. Я не хотела бы сказать, но это какой-то полный дурдом. Да еще какое. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, ты кого домой притащил, а? Кость, ну ты что, забыл? Это же полностью из мусорки. Я с ним появился там. Конечно, известное тело. Он же там как раз и исчез. Так ладно, что делать-то будем? Меня же родители убьют, то, что этот бомж пришел. Просто утром ты прячешь и все. Ну и последний бокал. За наше здоровье. Горько. Это какое горько? Вкусно. Блаженство. Давайте теперь все спать. Спокойной ночи. А что это такое произошло? Что, Олег? Фу, сонная спячка. Эй, подъем! О, мама, папа. А что вы тут делаете? Голова тут болит, ничего не помню. Я что-то ничего не помню, что вчера было.
А что тут Вова делает? Эй, Владимир, подъем. А? Здравствуйте, дядя Олег. О, доброе утро. Доброе утро, дядя бомж. Какой еще бомж? А вот он спит. Слышь, чудовище. Кто меня этим чудовищем назвал? Вы кто, женщина? Я хозяйка дома. И что ты хозяйка дома? Вали отсюда, это теперь мой дом. Ты как на моей с женой? Я сейчас тебя... А не успел. Костя, мы тебе русским языком сказали. Проверять, чтобы к нам домой никто не пришел. А ты что сделал? Убью. Я за бомб. Разберись с ним. Понял. Слышь, не трогай его. А вы что встали? Я сказал, валите отсюда. Это теперь наш дом. Да? Да. Да-да. Да еще какой это? Да. Все-таки в коробке неудобно. Да еще как неудобно. Надо было его рубануть. Ну, блин, он слишком сильный. Как его теперь рубанешь? Мужчина, подождите. Подайте, пожалуйста, на пропитание. Дебилы люди, они нормальные. Согласись, Наташ? Не, Олег, я этого не допущу. Надо идти разбираться. Наташ, да там этот бомж такой сильный, что даже весь поселок не сможет с ним разобраться. Все, Олег, все равно, Олег, надо разобраться. Идите. Ну что тут? Ёшки-макарёшки. Вот тут кто-нибудь из всё? Я. Теперь я. Ну и последний. Я. Слышь, ты совсем? Ты чё на него выкуешь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 181, 182, 183. Всё. Свободен. И ты, девушка, или больница, это наш дом, я же вам говорил. Продолжим. А где занять? Ну что, на улице теперь ночуем.